на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Наряд, шагом, марш! Зачем только ты взял мотороллер, Атан? А что? Разобьемся. Ну да. Сегодня он поможет мне выполнить все, что я тебе обещал. На озеро съездили? Съездили. Теперь лошадей красивых тебе покажу. А потом? Потом в кафе «Мороженое». Это ведь наше последнее воскресенье. Завтра я уже буду далеко. А ты на нем часто ездишь? Нет, редко. Ничего, Лили, он просто к тебе не привык. Когда я один еду, он меня слушается. Федя на нем, знаешь, как гоняет? Не знаю, я с ним не ездила. А с тобой страшновато, честное слово. Фу. На лошади лучше ездить, чем на этой штуке. Мотоциклист из меня никакой. Правда, Лили? Ну, если бы ты очень захотел. Будем кататься на лошади? Ты обещал. Будем. Какая прелесть. Я сейчас. На, держи. Держи, не бойся.
Садись. Нет. С этой стороны. Садиться мне, а ты? Я потом. Ой, нет, я боюсь. Ну ладно, вместе сядем. Какой конь красивый. А он не сбросит нас? Нет, не бойся. Только, пожалуйста, не гони его. Я и не гоню. Знаешь, Лили, иногда мне кажется, что мы с тобой муж и жена. Что ты мне сказала «да». Ну, мы же договорились. Мы поженимся, когда ты вернешься из армии. Значит, нет. Нет. Уже все? Да. Жаль. На. Спасибо. Малыш очарователь. Правда, Аташка? Да. Я тебе еще не все сказал. Говори. Лили, мне почему-то кажется, что ты меня меньше любишь, чем раньше. Не надо. Ну, ты же знаешь. Правда, мне это редко кажется. Ты ведь самая лучшая девушка на свете. Самая красивая. Да ну тебя, не надо. До сих пор не вернулась? Ну, погоди, ты у меня дождешься. Который час, посмотри? Погуляем еще. Лучше бы я не дожила до этого часа. Чары! Дочери до сих пор нет. Да что ты. Ну, может, она занимается с подругами? 3 часа ночи. Разве могут они теперь заниматься? С ней что-нибудь случилось. Да что ты говоришь? Она просто молодая. Ты разве уже забыла свою молодость? Я великолепно все помню. Я себе не позволяла такого никогда. Ну, теперь не то время. А который все-таки час, посмотри. Как я домой появлюсь? Мама ведь меня съест. Ты ей говорила обо мне? А тебе? Отцу сказала. А он? А что, ничего. Говорит, я Мурадова знал, твоего отца. Только не по фронту. Они вместе лежали в госпитале. Да ну? Угу. А я отца не помню. Он как вернулся с войны, так не выходил из госпиталя. Ата, я тебя люблю.
Слышишь? Я буду тебя ждать. Ты вернешься, и мы поженимся, если ты не передумаешь. Я не буду ее ждать больше. Что ты хочешь делать? В милицию позвоню. Пусть ищут. Да ты что, с ума сошла? Конечно, станешь сумасшедшей, имея взрослую дочь в доме. Милиция! Прекрати! Не кричи на меня! Давай еще по одной. Твое здоровье. Гляди-ка на эту гурию. Из рая сбежала, наверное. По-моему, да. Не связывайся. Пойдем. Они пьяные. Смотри, мы пьяные. А ты, красавица, в этом уверена? А? У них ножи. Не смей! Ну ладно, уйдем. Ну все. До свидания. Я пошла. Иди. Буду тебя ждать. Один возвращается. А где же его красавица? Увели, наверное. Встретим его. Встретим. Что, потерял свою красавицу? Лучше бы ты нам ее отдал. Где она? Асан! Держи его, держи! Подойди сюда. И скажи, где ты была. Ну? Не смей! Позор! Доброе утро. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это с тобой? Подрался, наверное? Да нет, что ты, мама? Когда твой отец уезжал, он до последней минуты был со мной. А ты? Отец был с тобой. А я тоже был не один, мама. Ну и хорошо. А что ж домой ее не пригласил? А вдруг не пойдет? Да что ты. Эх, мама, как знать, свет-то ведь велик, и много таких, как я. Что это, мама? Это я тебе, сынок, в дорогу кое-что приготовила. Вот это? Мама, да ты что? Отец твой тоже смеялся, когда на фронт уезжал. А в пути-то был целый месяц. И очень он жалел потом, что не взял. Но ведь тогда же была война. Мама, я буду на месте уже завтра. Нет, 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 ничего я знать не хочу. Бери, товарищу, мастишь. А здесь что в этом? А здесь смена белья, пара рубашек, синие брюки и новые ботинки. Стоп, 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 стоп. Ну-ка, помоги мне. Все это остается дома. Ах ты, Господи.
одном ущелье ветер таится, тропы крутые над рекой, а граница на границе, там никогда не знаком покой. Папа, я не сплю. Я вот вспомнил войну и попробовал. Может, послушаешь? Конечно, папа. В маленьком местечке, которое мы заняли на рассвете, была накануне свадьба. Отступавшие фашисты убили и жениха, и невесту, и всех гостей. А дом подожгли. Ужас какой. Папа? Да? Мне пора уходить. Ты прости меня. Куда? Одного парня провожать. Хорошего парня в армию. А куда его отправляют? На границу. Иди, потом прочтем. Папа? А? Папа, можно я тебе одну вещь скажу? Одну вещь? Ну, говори. Вот, если бы ты посмотрел на него, ну, хоть одним глазком, ну, пожалуйста. Этого еще не хватало, чтобы отец ходил знакомиться с женихом. Папка, не смей! Я пошутил, не волнуйся. Я и сам с ним хотел познакомиться. Папочка! Тш-ш-ш. Я сейчас переоденусь. Федя, где же Лили? Пойди позвони. Она придет. Она сейчас придет. Вот увидишь. Я думала, я опоздаю. Папа не может быстро. Твой папа? Угу. Здравствуйте, товарищ Сары. Добрый день. Ну вот, папа, это Ата. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Я бы никогда не узнал вас. А как бы ты мог меня узнать? У меня ваша книжка есть. Записки солдата. Там ваша форма. А, ну тогда я был несколько помоложе все-таки. Моя мама. Султан, ты разве меня не помнишь? Я лежал вместе с твоим Мурадом в госпитале. Чары? Да-да, я. Ох, Чары, с этого вокзала мужа провожала, а теперь вот и сына. Ну, Султан, не плачь, сейчас не война, все будет хорошо. Здравствуйте, товарищ Сарыев. Здравствуйте. Кого провожаете? Да вот, ее сына. Да, поздравляю вас. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну все. Сейчас будет команда по вагонам. Я тебя поцелую. Не смей, слышишь? Лучше тогда я тебя. Товарищ подполковник, все готово. По вагонам! Thank you.
ничего, ничего, до свадьбы заживет. Пучков, поменяйтесь местами. Приготовились? Бой! Ничего, я закончу службу и поступлю в институт физкультуры. Эх, куда хватило, они тебя там ждут, не дождутся. Ну-ка, давай. Рядовой Тучков, по противнику, огонь! Рядовой Мурадов, по танку противника... Каравай, ко мне! Он меня чуть не загрыз. Тяжело в учении, легко в бою. Привет, ребята! Привет, ребята! Здорово! Ну, хорош, хорош. Ребята, отбываю! Здорово тебя сегодня инструктор скрутил. Так у него первый разряд. А ты бы и минуты не выдержал. А мне и не надо. У меня Карабай. Он сегодня Мурадова чуть не загрыз. Было дело. Слушайте, ребят, а кто знает, сегодня почты не было? Нет, не было. А ты от кого ждешь письма? От нее? От нее. А я вот не жду. Мне маманя первого числа каждого месяца пишет. А братаня? А братан по 15-м. Вопросы есть? Ребята, почту привезли! О, здорово! Эй, быстро! Мурадов! Джасан! О, глупец, седины свои позором покрывший, сегодня ты шах, а завтра нищий. Чего мне тебя бояться? Эй, стража, ко мне! Убить ты грозишься. Ну что ж, убей. А что, кроме смерти во власти твоей? Я Бога боюсь, а тебя не боюсь. Казнить его! Извините, товарищ капитан. Шаповаленко! Что вы все время шепчете? Вы шах, понимаете? Больше достоинства, чувства! Как же я офицеру, Кира Владимировна? Шаповаленко, пререкание отставить! Сказано тебе с чувством! Есть. Дорогой друг, мы с Таней по тебе скучаем. Радуемся каждому твоему письму. Пиши чаще. А за мной задержки не будет. Я старый солдат и знаю, как ждут писем по второму году службы. Мы в книге жизни на одной странице. Шах пред судом предстанет бледнолицей. И дьявол осенит ему зеницы. Мама! Почему они держат папу? Отпустите! Отпустите! Ну что это такое? Саш, ну скажи ему. Леша. С ума можно сойти. Сядь вот здесь, сиди и смотри, только спокойно. Понял? Да. Обидно мне писать это, но знать тебе надо. По-моему, Лили не стоит тебя, твоей любви. Вот уже целый месяц, как за ней ходит какой-то аспирант.
глаз с нее не спускает. Я, конечно, мог бы с ним поговорить по-мужски, но я подумал, может быть, ты сам захочешь написать Лили. О, Шах, взываю к милости твоей, убей меня, но пощади Тахира! Кровавыми руками палачи, убей меня, но пощади Тахира! Шаповаленко, что опять забыл? Ой, ну я действительно сойду с ума. Таня была против того, чтобы я писал тебе об этом. Но я же твой друг. Дорогие друзья, сегодня в нашем университетском клубе состоится концерт, посвященный окончанию учебного года. Добро пожаловать! У вас нет лишнего билетика? Нет. Абадан, я здесь. Лиля! Хочу с тобой поговорить. Наверное, на серьезную тему разговор. Лучше уж потом, завтра. Сегодня. Здравствуй. Ты извини, но я не могу сегодня. Потом поговорим. Не сердись. Ну как? Осечка. Тоже мне Дон Кихот. Таня! Yardan antam posani balam bolsun damma ko yarmısını Ребята, идем! Гуля! Выступает студентка Лейли Сарыева. Лучше, чем она, никто у нас не поет всеми любимую песню «Мой Ашхабад». Послушай, от кого Лейли получает письма? Скажи мне, кто это Мурадов? Подожди. Скажи, кто автор проекта Каракумского канала? О, Господи! Ты бы лучше больше думал о своем ребенке. Но откуда мне знать про какие-то твои каналы за 1000 километров? Я не пойму, что у меня в доме делается. Вот опять. И по телефону я все время кто-то звонит. У телефона. Я слушаю вас. Попросите, пожалуйста, Лили. Нет ее. А кто это? Простите, а вы не знаете, где она? В университете. А давно она ушла? Я вам молодой человек, не справочное бюро, ясно? Скажите, что Бики звонил. Непременно. Будьте здоровы. Что еще за Бики на мою голову? Чары, что ты молчишь? Ты должен запретить им встречаться. Да, а может, ты знаешь, к
кто автор пьесы «Легенда о любви»? Здорово поет. Браво! Это вы? Поздравляю вас, Лили. Да что вы, спасибо. Вы чудесно пели. Спасибо. А сейчас вальс, Каракумский канал, пожалуйста. Вы меня выслушаете? Вы обещали? Пожалуйста. Только не здесь. Ну, для вас я уже Ходите, стар. Всего хорошего. Ну что ж, вечер ваш, кажется, удался, я очень рад. Да. Посмотрим, может быть, здесь никого нет? Знакома? Чуть-чуть. Знаете, я всегда сидел здесь. Вот и садитесь на свое место. Ну-с, начнем? Неделю я должен вернуться в Москву. Если бы вы захотели... Что было бы, если бы я захотела? Уехали бы вместе. Вместе? А зачем? Вы же прекрасно знаете. Через полгода я защищаю кандидатскую. Меня оставляют в Москве. Да? Хорошо. Вы бы перевелись в МГУ. Да что там МГУ? Вам надо петь. Думаете, талант пропадает? Так может, в консерваторию? И на афише поет Лили Сарыева. Да. Почему бы и нет? В Москве не только консерватория. Там ведь от вас сейчас зависит все. От одного вашего слова. Вы можете сделать меня счастливым. Скажите «да» и через неделю в Москве. Я вас люблю, Лили. Ну, мы же договорились. Мы поженимся, когда ты вернешься из армии. А я не люблю вас. Лили! Но, может быть, потом. Я ведь не тороплю вас. Вы оставьте мне хоть самую малую надежду. Не уходите. Я не могу, Лили, без вас. Не могу, я люблю вас. Слышите, вы не смеете. Отпустите меня. Наблюдайте влево. Тучков, наблюдайте вправо. Черкесов. Есть. Вызывайте заставу. Докладывает капитан Долгов. Нарушитель перешел границу на 9-м участке. Сообщение группы преследования принял. Собаку на след. Вперед!
Подожди меня здесь. Лиля! Может, мы все-таки поговорим? Вот только Таня там. А почему? Давай подойдем к ней. Нет, она подождет. Поговорим здесь. Слушай, ты должна мне ответить. Ну? Я все знаю. Ты влюблена в него. Дура несчастная. Вот кто я. Я думала, хоть тебе не придется объяснять. Нет, придется. Если б здесь был Ата, никто из вас. Ну что ты? Лиля, я же, я не хотел. Тоже есть самолюбие. Таня. Таня. Он же тебя любит. А ты все ему назло делаешь. Зачем ты его обижаешь? Что ты, Федя? Таню позови. А ее нет, не приходила. Ну, передай, что приезжал. Скажи нам, что же было у вас на вечере? Чары, может, ты скажешь ей? Оставь меня в покое. Когда же ты будешь воспитывать свою дочь? Я тебя спрашиваю. Так что же вы делали на вечере? Танцевали, мама. А что вы танцевали? Шейк, мама. Шейх? При чем тут шейх? Шейк, это такой танец, мама. Надо мне как-нибудь сходить с тобой, посмотреть, что вы там танцуете. Вот. Прекрасная идея. Ты считаешь, в конце концов мы, родители, должны воспитывать... Забыла отдать Лили письмо. Мне письмо? Что ж вы молчите? Где оно? От кого ты ждешь письма?
Ну, мама, ты меня извини, это мое дело. Вот как. Пока еще ты живешь в доме родителей. И мы должны знать, с кем ты переписываешься. Хесел, ты должна немедленно отдать ей письмо. Не кричи! Хорошая моя, Лили. У меня все по-прежнему. Служба, учеба, никаких происшествий. Если б ты знала, как я жду твоих писем. От тебя вот уже целый месяц ни слова. Может, случилось что? Мне тут разные мысли в голову лезут. Помнишь наш разговор ночью перед моим отъездом? Что бы ни произошло, пиши мне всю правду, все как есть. Черкезов, сообщите. Нарушитель прошел по северной дороге. Шаповальник, вперед! Сокол! Сокол! Я полет! Сообщение группы преследования принял. Простите, пожалуйста. Вы извините, что я вас так рано беспокою. А его нет. Он уехал на озеро. Передать что-нибудь? Ничего не надо. Спасибо. Разрешаю выпить воды по 2-3 глотка. Федя, вчера ты хотел поговорить со мной, а сегодня я. Хорошо.
Извини, Таня, мы сейчас вернемся. Ну, говори. А Ташка пишет, что я его забыла, разлюбила. Это ведь твоя работа. Ты написал. Все это неправда, Федя. Кто тебя знает? Зачем ты так? Понимаешь, Лилька, такими вещами шутить нельзя. Ты тут с этим под ручку ходишь, а Ташка там тебя во сне видит. Неужели сама не понимаешь? Но ведь я... Ты когда ему последний раз писала? Давно писал. А почему? Да потому что тебе этот гусь покоя не дает. Что, неправда? Я сама во всем виновата. Какая же я? Ну что ты? Конечно, ты... Просто ты легкомысленная девчонка. Я люблю его. Понимаешь, люблю. И никто этого не понимает. Даже мама. Слышишь, люблю, люблю, люблю. Товарищ капитан, связь установлена. Капитан Долгов слушает. Получены сведения из центра. Вы идете за резидентом. Будьте осторожны. Понял вас, товарищ полковник. Он вооружен и умеет пользоваться своим оружием. Центр приказал взять живым. Есть, товарищ полковник. Группа ко мне. Приказано взять нарушителя живым. Он вооружен. И надо полагать новинками. Вперед! Салам алейкум. Алейкум. Никто здесь не проходил? Нет, не проходил. Как нет? А это чьи следы? Нет, это какой-то геолог. Это не тот человек, которого вы ищете. Наш. И одет по-нашему. Куда он пошел? На станцию товарищей догонять. Шиповаленко, вперед. Спасибо тебе. Рядовой Тучков, перекройте автомобильный мост. Ведите наблюдение. Есть, товарищ капитан. Рядовой Черкезов, возьмете на себя железнодорожный мост. Есть, товарищ капитан. Рядовой Мурадов, ко мне. Прижми его к земле.
типа валенка. Спускай собаку. Подождем папу. Ну и напрасно. Сам говоришь. А где сестра? Тебе надо поправляться. Сейчас придет. Тетя Клава! Вам кого? Мурадов Ата. Есть такой? Есть. Иванов. Сколько раз тебя звать на укол? Распишитесь здесь. Иду, иду. Пожалуйста. Адресат-то где? Он на операционном столе. Ну, выздоравливай. До свидания. В воскресенье я приду обязательно. До свидания. До свидания. Спасибо.
Здравствуй, сынок. Ну как? Шаповаленко погиб. Мать еще ничего не знает. Алло? Да, госпиталь. Говорите громче, плохо слышно. Откуда? С заставы? Товарищ капитан? Да, да, операция еще продолжается. Нет, нет, сейчас не приезжайте. Бесполезно, вас не пустят. Позвоните, пожалуйста, так часа через два. Я вам все точно доложу. Да, пока. Я проснулся. Везите его в палату. Товарищ подполковник, вы спасибо, забыли. Спасибо, спасибо, дорогая. Ко ну мне. Заставы. Ну, к нему вас сейчас не пустят. Пошли. Ну вот ты и проснулся, сынок. Теперь дело на поправку пойдет. А вы кто? Я-то. Тетя Клава. Кто ж еще? Тетя Клава. Смотри, мать тебе вчера книжки прислала. В институт будешь поступать, да? Мне еще служить. Больно. Ампутировали. Ведь спасали твою жизнь. А ты не горюй, сынок. Могло дело хуже обернуться. Хирург сказал, что для тебя это единственная возможность. А вот второй-то ваш. Вот его... Понимаешь, его вот спасти не удалось. Ой. Но теперь опасность позади. Вот домой поедешь, к родным-то, и полегчает тебе. Боль как рукой снимет, вспомнишь меня. А голова моя садовая. Ведь я письмо тебе тут принесла. Ах, вот оно. Прочитать, что ли, письмо? Сам. Ну, я пойду. Наташка, милый, пишу тебе всю правду, как есть. Сегодня говорила с Федей. В одном я виновата. Давно не писала тебе. И вдруг почувствовала, что не могу без тебя больше. Все вспоминала, какой ты у меня хороший. Помнишь тот день? Наш день.
когда мы с тобой познакомились. Ты тогда прыгал с вышки, и все на тебя смотрели. И я смотрела, какой ты красивый, и как ты здорово прыгаешь. И мне пришло в голову, что ты похож на античного бога. Тебе гости. И вот с таким тортом. Проходите, пожалуйста. Товарищ капитан, вот ваш больной. Только не задерживайтесь. Не беспокойтесь. А тебе пора на процедуру. Ну, Орел, а мы к тебе целой делегацией. Спасибо. Садитесь. А да, ну здравствуй. А мы тебе кое-что принесли. Все ребята тебе привет шлют. Спасибо. А нарушителя взяли? Ты ведь задержал его. Помял ты, правда, его слегка. Ну, подлечили и в Москву отправили. А он кто? Издалека шел, кадровый. Со спецзаданием. Командование партийное и комсомольское организации и весь личный состав заставы поздравляет Мурадова Ата Мурадовича с днем рождения. Кира Владимировна. Вот. Аджон офицеров. 20 лет. Да? Ты что, забыл? Мы-то помним, что день рождения. Спасибо. Да, вот тебе грибы Тучков привез, маринованные, из деревни. Вот яблоки. Сигареты. А ему можно курить? Потом можно. Ата, ты мед ешь, он силу дает. Спасибо. Спасибо вам всем. Ну, не будем тебя сегодня утомлять, нам пора. До свидания. Мы к тебе еще заглянем. До свидания. Видишь, забот теперь у тебя прибавилось. Вот торт надо съесть. Фу, а книжек-то сколько. Английский язык, новые истории. Все это надо прочитать. Ну? Товарищ капитан. Да? Идите. Вот что я хочу вас попросить. Помогите мне устроиться. Здесь. Нет, это ты брось. Домой поедешь. Вместе поедем. Так лучше будет. И мне, и всем. Об этом и не думай. Товарищ капитан. А, ну я пошел. Я же вас предупреждала. Иду, иду. Иду. Нельзя его утомлять. До свидания. Что это? Батюшки, а тебе телеграммы. Целых 5. Спасибо. Всего хорошего. Счастливого пути. Спасибо, до свидания. Это ты? Капитан ведь машину за тобой вышли. Да ничего, на автобусе поеду. Но зачем тебе в автобусе трястись? Ничего, надо привыкать. Ну как, эта машина придет, а тебя нет. Может, подождешь? Нет, я поеду. Девочки, поставьте в дежурке. Хорошо. Я тебя провожу. Ну все. Если мне письма будут, пусть перешлют в колхоз Калинина. Ладно. А вам большое спасибо, тетя Клава. Ну что ты? Ну что ты, сынок? Будь здоров. Граждане, посторонитесь!
Дайте раненому пройти. Молодой парень. Он, наверное, из границ. Он пограничник. У них служба опасная. Да. Спасибо. Там часто такое случается. Спасибо. На границе. Часто. Здравствуйте, тетя Салтан. Вот, спасибо, Феденька. Не знаю, как бы без тебя справилась. Ну что вы. Вот я заплатил за квартиру и за сад. Спасибо. А книжку вы спрячете. Спасибо. А где же Таня? Таня дома. Жара-то какая. Вот бы муата такую, Таня. Арбузом тебя угостить? Я не хочу, спасибо. Я сейчас поеду. Поеду к Лиле? Может, она получила письмо? Да. Не знаю, что и думать. Не пишет давно уже. А вдруг его услали куда? Чтоб никто не знал. Ведь граница. Если Лилия что знает, я приеду и сообщу. Ну вот и все твое хозяйство. Ничего сложного. Надо их чистить. Давай им. Корма, ну, будешь их распрягать, седлать, но сам не садись. Почему? Не полагается, и смотри, не балуй их. Я на границе служил, мне не впервой. Все равно. Скачки, держись, бровки. Ага. Посмотри на Сердара. Лучше лошади нет. Великолепный. А почему ты не включил его в скачку, если он самый лучший? Да на такого коня не посадишь всякого. С дьявольским норовом. Это же сатана, а не жеребец. Разве на нем удержится кто-нибудь? Бердяга, позволь мне счастье испытать. Тебе жить надоело, наверное. Нет уж. Это не скачка. Да разве у нас шокеи? Хуже стариков. Уберу. Давай. Ну что ж, за твой выигрыш. Видать, не здешний. Давно ты из дома? 2 года. Почти 2. А здесь, на ипподроме-то, в первый раз? Я бы вернулся домой. Но кто ждет меня? Разве я нужен кому-нибудь? Никому. Такие дела. Как же никому не нужен? Что, разве ни матери, ни отца, нет у тебя никого? Всадники, не на лошадях вам ездить. Налей-ка мне. Лучше не садись на лошадь. Мурадов. Да, правильно. Я товарищ капитан. Вижу, что ты... Что, бутылку закончил? Извините, товарищ капитан. Совесть твоя где? Мать тебя обыскалась. Ладно, поговорим в машине. 15 минут тебе на сборы. Выполняй.
Большое спасибо, товарищ капитан. Ты достоин этой награды. Товарищ капитан, да? У вас теперь орденов, как у генерала. Ну что ж, когда-нибудь и я буду генералом. А ты знаешь, мой дед тоже служил на границе. На какой? На Халкинголе. Он погиб. Мой отец тоже на войне был. И мой был. Все воевали. И мы с тобой воюем. Как ты теперь матери на глаза покажешься? Блудный сын. Мать-то примет, какой есть. А вот... Может, хочешь по телефону позвонить? Наташка! Я сейчас. Что там происходит? Может, это он ей опять позвонил? Да нет, успокойся. Беки ей не позвонит больше. Она с ним встречаться не будет. А кто же звонил? Папа! Мама! Ата приехал! Ата! А где лежат мои украшения? Мама, дай мне их, пожалуйста. Зачем? Ты что? Эти украшения на свадьбу надевают. Ну, мама. Кассел, иди и принеси ей украшения. Это что, серьезно? Ну, мамочка. Не надо, мама. Не надо плакать. Прости меня, сынок, я не буду плакать. Вернулся, мам. Не могу ужаться. Вот я и дома, наконец. Ну, успокойся, не надо. Я тебя сейчас познакомлю с нашим капитаном. Товарищ капитан. Моя мама. Знакомьтесь. Капитан Долгов. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите, пожалуйста. Ата! Лили! Ата! Его невеста? Да. Но она еще ничего не знает. Я... Ну, совсем... В университет поступать хочу. Да совсем? Вот здорово! А почему на совсем? Он совершил подвиг. И был ранен. Как ранен? Куда тебя ранили? Куда? Ничего, сынок. Ничего, родной мой. Милый мой, я люблю тебя. Я люблю тебя. Вот я и вернулся. Когда ты уезжал, ты сказал, будь моей женой. Да. Сказал. Я согласна. Ну вот, все хорошо.
твои фокусы, Черы. Почему она его мне раньше не показала? Ты всегда чем-нибудь недовольна, женщина. Да-да. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Ну вот, ты герой и вернулся. Государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Память и сердце, светлые лица, теплые руки и фаса. На границе силы своих позабыть нельзя.